На открытом стенде Свердловской области в рамках Иннопрома состоялось подписание договоров о сотрудничестве между регионами. Планы по взаимодействию с главой Среднего Урала Евгением Куйвышевым подписали лидеры трех субъектов – Республики Татарстан, Нижегородской и Магаданской областей. От имени последней свою подпись поставил в Рио губернатора Сергей Носов. Нынешнего Иннопрома подготовим пул компаний, которых необходимы будут в развитии экономики Магаданской области. И уже в конце августа, в начале сентября мы привезем бизнес-миссию в Магадан для того, чтобы оценить возможности нашего сотрудничества, и обязательно появятся какие-то проекты. Институты развития Свердловской области, они одни из самых сильных в Российской Федерации. И наработки, опыт, накопленный, подходы к решению вопросов в социальной сфере, в сфере ЖКХ, это то, что нужно сегодня Магаданской области. В свою очередь, с Нижегородской областью наш регион будет заниматься совместной реализацией образовательных и научных программ. С Татарстаном – развитием импортозамещения по важнейшим экономическим направлениям и расширением деловых связей. Подписанные соглашения будут актуальны ближайшие 5 лет.